Добрый день, уважаемые покупатели магазина «Олимпия», город Екатеринбург, опять с вами. Мы получили новую коллекцию дубленок, которые прямо зима-зима. Это испанское сырье, шкура мериноса. Ну и, конечно, знаменитый бренд «Пунта», который отшивает на весь мир и ценится своими передовыми технологиями, моделями и, конечно же, качеством. Итак, длина изделия в данном случае 125-130 даже сантиметров, но очень удобно работать. Я предлагаю эту дубленку на абсолютно разную растопку. Мне нравится то, что здесь подол, он не подрублен. То есть таким образом, когда вы получили изделие, вы можете подкорректировать по своей длине. Поэтому рост ниже среднего, средний и выше среднего. Хорошая шлица, она глубокая, высокая, я обязательно ее покажу. И данная модель выполнена, как на мне, в жемчужном цвете. Вообще светлого сырья его, в принципе, бывает очень-очень мало. Это самая высокая категория, потому что все изъяны здесь видны. Но мы используем сырье только первого сорта, высшей категории. Итак, эта дубленка у нас будет работать базово в черном цвете. Все соскучились по классике, по базовой классике. Далее, в новом цвете, который, конечно же, произвел нынче фурор, это цвет сафари. Посмотрите, какая шикарная дубленка у нас получилась. Да, кстати, сразу хочу показать, очень глубокая шлица. Стоимость у дубленок 117 тысяч. Она действительно великолепная. И, конечно же, затем я покажу похожую дубленку, но выполнена уже с монгольской ламой. Посмотрите тоже, какая крутая дубленка. Обязательно в наших видеообзорах. Итак, мы знаем, что шкура мериноса – это испанское сырье, которое очень легкое, но с великолепной теплоотдачей. Не создает капсульного эффекта, попадая под мокрый снег, не дает прониканию за счет того, что находится ланолин в сырье. И, конечно же, очень удобная, комфортная, с ней любят работать, с этой шкурой, именно мировые дизайнеры, потому что она очень легка в крое и можно создать много моделей. Данное изделие, оно на кнопках, карманы у нас есть прорезные. Кстати, мне очень нравится, что данную модель можно носить и без пояса. Хороший базовый английский воротник, он не маленький, не большой. Вот сейчас, кстати, я покажу обязательно высоту воротничка. И за одним шлица. Очень удобно и комфортно. Размерная сетка здесь у нас работает с 44 по 54. 56 размер под вопросом. Все будет зависеть от ваших мерок. И посмотрите, здесь было принято решение сделать вот такой вот мягкий, хороший пояс. Но я думаю, что он здесь уместен. Но мне очень нравится, конечно же, и без пояса эта модель. Вот. И таким образом тоже смотрится как стильное меховое пальто. Ничего лишнего, это те, кто устал от оверов, от объемов, от стиля боха, конечно, все это для вас. Посмотрите, насколько она элегантно смотрится. Сама я ношу размер 48-50. Рост у меня 168, вы тоже очень часто спрашиваете. При ходьбе тоже очень хороший запах, то есть, в принципе, бедренная часть у нас с вами закрыто, да, и, конечно, глубокая шлица, что придаст и рост обладательницы данной дубленки, ну и, конечно же, зрительно вытягивает нашу ножку. Итак, хороший английский воротник, шлица, длина рукава у нас идет чуть больше, чем стандартная. Мы специально ее делаем, так как работаем на рост выше среднего. Сейчас я ее подзагнула вот таким вот образом, и рукавчик здесь такой вот аккуратный, обуженный идет, да. То есть это делается для того, чтобы максимально было и комфортно, и, конечно, тепло. Итак, все это для вас 117 тысяч рублей. Ну а все наши изделия можно приобрести как единоразово, перечисляя деньги на расчетный счет, а также в режиме онлайн оформляется беспроцентная рассрочка. Мы есть на YouTube, в Telegram-канале и, конечно же, можете писать в WhatsApp по номеру телефона, который указан в шапке профиля. Свои объемы, пожалуйста, без прибавок. Объем груди, бедер и ваш рост. Это очень важно. Еще раз показываю дубленочку. Очень хорошая динамика. Это говорит о том, что шкура, сырье действительно идет мягкое. И хочу показать по спинке. Классная модель. Ну, а мы, как всегда, будем ждать от вас комментарии и, конечно же, запросы. Итак, пишите на WhatsApp, Ольга, и ждем от вас, в общем-то, ваши мерки. На сегодня все. Всего хорошего. А мы, как всегда, говорим, что у ее мечты семьи Олимпия. Мы идем дальше.